Состоялась очередная передача пленных их родителям. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко выполняет свое обещание по беспрепятственному возвращению домой взятых в плен украинских военных. Один из них рассказывает, как оказался по ту сторону линии фронта. Скажите, для какой цели вы ехали сюда? По своей ли воле? Или по наставлению чьей-либо? Нас призвали. Кто им? Военкоматы. И как он... Вы именно? Нас или позвали, или посадят. И вообще... Вот как кажут. Ехали мы сюда в аэропорт забивать своих 300-х, ну, раненых. И тех, кто остался в живых. Попали, не знаю, куда нас. Накрыли огнем. Потом взяли в плен. То есть вас просто обманули? Выходит, да. Ну, а вы знали, что вы едете именно убивать своих, так сказать, братьев-славян? Мы ехали прикрытие делать. Ну, и... Ну, это же боевые действия, вы же в курсе, да? Мы в курсе. И вы сказали, что вас сказали либо посадят, либо идите служить, да? Воевать. Да. Скажите, вы убивали людей? Не знаю. Ну, то есть вы стреляли с каких-нибудь орудия, да? С крупного нет. Со стрелкового, да? Да. У вас были целенаправленные приказы стрелять по мирному населению? Нет. По мирному никто ни приказа не дает. И тем не менее? Тем не менее попадают же. На встречу со своими родными приехали родители пленных украинских солдат. Если вы говорите, что не хотели, зачем же тогда отпустили своего сына? А как я могла его держать? Да как, не отправить в военкомат, не все, да. Прийти домой, поговорить. Военкомат даже двери придумали, закрыли, не пустили даже. Повестка в руки, хочешь, не хочешь, едь. Да, не хочешь, не едь, уедь, на самом деле, из города. Куда? Наше лучше идти убивать мирных людей? Не, не лучше. Пацаны, мы воюем со своими. Украинцы, так само по-украински здесь разговаривают люди. Есть по-русски, есть по-украински. Но чисто русского я не слышал еще здесь. Эти дни. Не воюйте. Наша это война. Ни одна мати не хоче, чтобы шел ее сын и воював, чтобы он там погибал. Матері, не пускайте своих сынов. Бережите их дома. Не, не стыдно. Это человек, который достойно сражался. И не стыдно пожать его руку по одной простой причине. Мы ценим своих врагов, а самое главное, скажу откровенно, он такой же, как и я. Он меня стреляет, и я в него. Вопрос не в этом, вопрос в другом. Украинские военные, когда вы одумаетесь, поймете, когда, кого, чего стрелять. Мы перед вами ни в чем не виноваты. Мы вас не бомбили, танками не жгли, не давили гусеницы. Почему? Почему к нам пришли? Серега, скажи. Чем-то я перед тобой был виноват.